кращі молоді підприємці міста Миколаєва зі своїми неординарними ідеями. Тільки 3 дні на прийняття правильних рішень. 2 герої під прицілом наших камер. Їм належить зайнятися управлінням у невластивій їм сфері бізнесу. Кожен день учасники будуть вирішувати реальні проблеми. Чи справляться вони з викликом? Чи будуть їх рішення ефективними? Дивіться реаліті-шоу «Міняю директора». У місті Миколаєві, по проспекту Леніна, у будинку за номером 28 збираються люди, поєднані жагою. Жагою до особистого розвитку, до розвитку свого бізнесу. Какие сложные ситуации может попадать руководитель, оказавшись в новой для себя среде? Тут розташувався Миколаївський клуб директорів. Мне трудно представить кого-либо иного на месте наших персонажей. Имею в виду иного, не члена клуба директоров. Александр и Елизавета поменялись местами. Новые коллективы, новые бизнесы. Як тут пройти випробування? Не зіпсувати роботу та ще й не налякати покупців? Таке чекає на наших героїв. Шоу – це учеба, но шоу – це іспитання. Реальні події, реальні люди, реальне шоу.
Снимаешь, какой радости. Я еще раз говорю, запрещается производить съемку без разрешения руководителя. Руководителя сейчас нет. Вы в курсе, что мы находимся в общественном месте? Мы имеем право на сбор информации. А вы в курсе, что вы находитесь на территории ООО «Экюр»? Мы находимся на территории улицы, мы находимся на территории городской собственности. Это вы находитесь на земле, которая принадлежит ООО «Экюр». Прям земля. Земля. Это же собственность. Собственность, еще раз объясняю, собственная находится на земле ООО «Экюр». Ну, магазин-то не ваш. Мы тоже такие зеваки, как и вы, пытаемся выяснить. Хотим он узнать. Он находится на нашей земле. Что снимаете? Побьете меня? Ну, мы пока еще так не поняли, ребята знаете, что-то скандал, снимают. Да. Мужчина говорит, что это его А я хочу спросить, почему его, потому что я считаю, что это и моя, я гражданин. Какого основания нет? Человек хочет сделать рекламу своего салона, это что, запрещено? Николаевский телеканал. Есть человек, директор этого магазина, который разрешил нам снять его фасад. Магазин находится на территории ООО «Экюр». Надо согласовать это с администрацией, правильно? Директор магазина сделан. Так мы не будем снимать всю территорию. Магазин, директор вот в соседнем салоне. Можем его Александр, да? Александр Нестеренко. Да, Нестеренко, я знаю. Ну, мы снимем только его фасад. А подождите, а почему вы нам задаете такие вопросы? Ну, я начал с безопасности рынка, да. А где запрещено в ваших правилах? Нет, ну мы должны узнать вообще, что вы это здесь снимаете вопросы. И как. Вопрос абсолютно правильный, но поверьте мне, это все а если просто посетители рынка снимают, то собственникам, что? Собственникам тоже не разрешается. Мне а почему? А я посетитель рынка и хочу, чтобы меня сняли. Я ничего не поняла, почему приехали нет? Приехали люди снимают, мы должны подойти и узнать, что, почему и что снимают. Тут здесь у нас сегодня. Здравствуйте. Так, вижу порядок. Все хорошо, все нормально. А продавец? Надо его позвать, наверное, да? А можно продавца, наверное, позвать? Все разные какие-то фирмы. Всех цветов, я поняла. Давайте пройдемся. Может, вы мне расскажете, как у вас здесь что? Значит, 38 – это обычная бумага. Угу. 44 – это те, что влагостойкие, то есть можно протирать влажной тряпочкой. На кухне, наверное. Да. Угу. 64-68 – акрил. Это бумага с напылением, угу. Выпускает гумель акрил. Ага, это вот эти вот, да? Да, да. Ага. Так, я поняла. Это все полностью ряд этих метровых, да? Да, значит, разница только 325, 450, 520. Это уже идут шелка. Шелкография. Шелка, да. В магазине мне запомнилось больше всего его продавец. Она, когда мы пришли к ней, то она очень... Как бы это правильно сказать? Она очень много знает, очень правильно подходит и
Даже не могу сказать, она настолько четко говорит, то есть как бы вроде бы такое ощущение, что у нее это заучено, хотя на самом деле это не заучишь, потому что человек спрашивает об одном, ему нужно что-то приложить другое, а потом еще и третье. То есть она как бы это все комбинирует и настолько все красиво рассказывает. Мне понравилось. Так, это мы сразу заправляем, да? Да, вот эти вот фрезерины. Назад. Я попробую, получится у меня или нет, можно? Так, вот так вот, аккуратненько. А вот такой вопрос на засыпку. У вас есть наклейки, чтобы вот на кухню наклеивать? Цветочные. Ну, можно, да, а какие-то еще? Есть. Только цветы. Только цветы. А можно посмотреть на них? Конечно. Да? А покажите мне, пожалуйста, где они у вас? Потому что, ага, выбирайте, здесь, да? Выбирайте. Да, может быть, вам что-то подсказать? Мы вам подскажем. Меня уже немножко просветили, я могу подсказать. Куда вам нужны обои? В зал. А вы по какой цене хотите? Ну, примерно, там, подешевле, средние или дорогие? Средние. Средние. Вы хотите, чтобы они у вас были широкие клеить или которые узкие клеить? Ну, я даже не знаю, я же сама клею. Ну, мы вот, например, покупали себе, с широкими легче работать. Они вроде бы, как кажется, с ними сложнее, но с ними легче работать. И там мажешь только стенку и наклеиваешь. Цена, пойдемте, я вам покажу с той стороны. И там тоже есть разная цена. Сейчас мы вам покажем. Значит, есть те, которые вот не будут видно изъянов на стене. То есть, если у вас есть изъяны на стене, да, и вам не надо, ну, нужно шпаклевать. Нет изъянов, тогда можно вам такие вот эти вот, которые немножечко, они по средней цене. И вот здесь можем выбрать. Есть шелкография, есть, ой, не помню, как они, ну, в общем, простые. А какой вы цвет хотите? Бежевый. Такой. Как вам вот этот? Верх нет. С цветами такой. Вот такой вот интересный. Мне, например, вот эти нравятся. Но они не только бежевые, они еще такой чуть зелененьким. Да. Мне кажется, ну они такие, они будут ярковатые, когда их поклеишь. В рулоне 10 метров. И так они 1,06 м. 10 или 15, надо уточнить у продавца. Я слушала всего много и не все как бы запомнила. Вот еще тоже такие интересные. Но мне кажется, вот эти вот интереснее, да? Смотрите, они такие. И они будут комнату, мне кажется, будут делать больше и объемнее. Они немножко такие, да? Это надо их вытянуть и посмотреть. Сколько ширина? Ширина 1,06 м. Ну, как бы они тут метровые, я так поняла. Вот, хотите, я подойду к продавцу, она вам более объяснит детально. Спасибо, я пока курсирую. Хорошо, можете еще здесь вот посмотреть. Здесь тоже еще тоже такие по средней цене, более-менее такие. Александр уже у нас проснулся, да? Да. Готов ко встрече с новым коллективом, с новыми сотрудниками. А на твоем предприятии сегодня выходной законный, да? Да. Мои девочки сегодня выходные. А как ты вообще проводишь свой выходной? Понедельник, он такой нестандартный. Это рабочий день у всех, у всего населения, а у тебя один выходной в неделю. Как ты его проводишь? Ну, я не всегда отдыхаю, но занимаюсь какими-то своими делами. Иногда отдыхаю, просто поленюсь немножко, там, что-нибудь, почитаю что-нибудь. Или в интернете поработаю, ищу, просматриваю какие-то новинки. А что читаешь? Читаю я больше военно-историческое. Например? Например, Виктор Суворов. Просто история меня привлекает, а история человечества без истории войн такого же не было. Вообще хочется понять, как устроен наш мир. Исходя из моего опыта, идти учиться после школы куда-то, это бессмысленно. Лучше определиться с тем, что ты хочешь в жизни, а потом под это уже учиться, а не наоборот. Мне так, во всяком случае, показалось, что так лучше.
допустим, я пошел учиться, я заканчивал НКИ, да, экономический факультет, но я делал это уже после того, как начал свой бизнес. То есть я уже знал, чем я буду заниматься и что мне нужно. У нас всего два вопроса. Елизавета попробует навести порядок в салоне Александра, упорядочить пространство, привести обои в товарный вид. И вопрос номер два будет интереснее. Попробовать заманить клиента в салон. Ти сьогодні тут повноправний директор. І в тебе є співробітник, який також з тобою тут працює. Її роботу, як ти організовуєш, контролюєш, чи як ви з нею домовилися? І ми з нею ніяк не домовлялися. Я просто прийшла, посмотрела, як би, вроді би, як все в порядку. Все стоїть на своїх містах ровно. Смотрю, що вот эти вот клей, какой-то грунт, ассортимент, бутылок. Да, ассортимент весь стоїть дуже ровненько, все правильно лежить. Всі обої, як би, так, як вони повинні бути правильно, как это, сложеные. Вот, поэтому как бы у меня каких-то особых претензий. Чисто, никак, порядок, да, чисто, да? Чисто порядок. А склад є? Не дивилася на склад? Не дивилася на склад. А от як взагалі на складі виглядає цей товар? Цікаво тобі? Да, мені цікаво. Я думаю, що как бы склад... Ну, давайте позовемо продавця і спросимо. Ти поцікався? Ти можеш робити тут все, що завгодно. У тебе сьогодні випала така нагода бути директором цілого шпалерного магазину. Ти тут керуєш. Класно. Ти тут керуєш. Це класно. Тобі потрібно позвати продавця, ти йдеш його і кличеш. Хорошо, давайте ми його позовемо, і ми узнаємо, де тут склад. Ми би хотіли спросити, а склад у вас є тут? Звісно. А можна посмотрети? Значить, по дешевим обоям. Они лежат вот под каждым обойчиком. Ага. По Версалю, вот они, тут под каждым вот стендики. Вот. Угу. То есть вот тут все обои лежат. Я поняла. Хорошо, потому что я не в курсе была. Нужно было поинтересоваться. Совсем другие знания, совсем другое направление, тоже по-своему интересно. Сегодня, так, как бы на подмене, если надо, мы продавца позовем. Да, нам нужен продавец. Вот и продавец, она вместе с нами, проходите к нам. Вы скажите, что вас интересует, мы вам подскажем. Никто не хочет, чтобы вас снимал. Вас потом покажут по телеканалу Николаев. Вам что-то конкретное? Может, вам что-то подсказать? Да, зеленое. Зеленое, хорошо. У нас, кстати, дома вот такие вот поклеенные. Они дороже, но они очень классные, они очень красиво смотрятся. Ну, это как бы я вам так просто говорю, а вы смотрите. Сложно. А що в неї не виходить? Ні, ну тут не виходить. Тут виходить, що треба вміти к людям просто подойти, тобто підход. От посмотрети на чоловіка, а зайшли от молоді люди, а їм не понравилось, а наш ходить, ну тобто не треба нав'язуватися лишній раз. А смотреть просто по покупателям. Мене звати Саша. Так. Где у нас весы? О, прям мешком же? Куда ее теперь ставить? Теперь мы вниз будем. Ага, вот сюда. Саша, а где наш листочек, по которому мы закупку делаем? Все у меня. Все у меня, не переживай. У нас приемка. Следующие у нас яблочки. Пока коробку это не ставь, потому что мы можем сломать весы. Так, подожди. Сейчас настроить. Как правильно ее взвешивать? Крышку сняли.
Конечно, серебро. Так, морковочка. Лежа. Здесь не сбил. Сбил? Нет, все, кстати. Отлично. Валик, у меня получается? Молодец. Девушка, а что вы стоите? Покупайте овощи и фрукты. Фасоль. Так. Катюш, а что мы стоим? Вы помните, что у нас работают все? Сделайте нам кофе, пожалуйста. Прибираемся на корабле, где капитан сегодня Александр. Так. Тому придется подчиниться распоряжением. Я понял, никогда с этим не сталкивался, но вижу, что это такой же бизнес, как и все остальное. Очень тяжелый бизнес. Если бы я была бы здесь директором, с чего бы я начала и чем бы я занималась бы каждый день? Для меня, конечно, этот товар весь незнакомый, абсолютно. Ну, помимо того, конечно, что мы делали дома ремонт, и немножко покупали какие-то обои, разбирались, подбирали цвета, качество. Вот, но, в общем, конечно, это так, для меня все незнакомо. С чего бы я начала? Наверное, прежде всего, я бы... нужно найти поставщиков на этот весь товар. Было бы, наверное, посмотрела бы в интернете их прежде всего. Поспрашивала бы у знакомых. Возможно, бы вышла бы на кого-то. Может быть, с кем-то предложила бы сотрудничать изначально. Даже, может быть, изначально устроилась бы в магазин обоев где-то, чтобы узнать... В общем, как это правильно, подноготную магазина и работы. Рабочее место директора. Ну, в общем, как бы я думаю, что оно достаточно нормальное, потому что здесь основной процесс работы происходит в зале, а не на месте. Калькулятор, наверное, метр где-то есть. Найдем что-нибудь интересное, полазим по сундучкам. Здесь, я так понимаю, какие-то свидетельства. Здесь у нас закрыто, туда нельзя. Там, наверное, деньги. Здесь какие-то документы. Угу. Отчеты движения товаров на складах. Накладные. Ох, в этом разбираться надо во всем, чтобы это все понимать. Наверное, нужно к каждому делу любовь. Для того, чтобы чем-то заниматься, чтобы что-то получалось, нужно, наверное, любить свое дело и понимать вообще, что ты делаешь и чем ты занимаешься. Я не буду это все доставать из файлов, потому что я понимаю, что... Сообщение кто-то написал. Что если я это все разложу немножко в другом порядке, возможно, будут потом затруднения. Да. Ага. Попробуешь? Кресло? Да. Да легко. И как оно? Ты знаешь, прекрасно. Быть руководителем овощного рынка. Да, сейчас мне как раз сюда чашечку кофе, умный вид. Я пока не знаю, что делать. Что вам подсказать? 55. Лук? А где какой, у нас? Какой, зеленый или репчатый? По 12 гривен. Можете выбрать, какой хотите? Дать пакетик, девушка?
Вот. Ну, что я могу сказать о своих впечатлениях? То, что в принципе, как бы у меня больших замечаний к работе Лизы и девочек, которые у нее работают, нету, не знают свое дело, любят его. Может быть, немножко нужно облагородить, немножко расширить проход, сделать доступ больше. Вот здесь мешают некоторые вещи, я бы их поубирал бы. Вот, может быть, да, я добавил бы, может, какую-то мелочи по товару, допустим, как соль, кстати, было прекрасное замечание, я его записал. Ну, в принципе, я доволен, ну, скажу вам, что, с одной стороны, хорошая увлекательная работа, но, с другой стороны, достаточно тяжелый труд. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас клиенты уважали такой труд наших предпринимателей. Потому что здесь и холодно достаточно, а по-другому никак, потому что это овощи, они не могут храниться у нас где-то в комфортных условиях. Ну, вот как-то так. Коментувати та оцінювати дії героїв надалі будуть наші експерти. Карнавалу не буде. Та про те, як далі виконують завдання наші герої у наступній серії. Чувствовала?